Сейчас иногда очень нужна качественная связь, которая очень сильно необходима, когда нужно поговорить с кем. Добрый день, с вами, значит, Сергей и Юрий. У меня абонент напротив. Значит, мы сейчас общаемся через Skype и покажем вам, как работает наш мессенджер и чат на смартфоне. То есть смартфон у меня в руке, Юра на противоположном конце, вот показывает. И, значит, я включаю демонстрацию. То есть то, что я буду делать на смартфоне, будет показано и на экране компьютера. Так, включаю, значит, запускаю мессенджер и чат. То есть все, что я здесь делаю, автоматически отображается на компьютере. А Юра у меня в контактах есть. То есть вот он, Юра. Значит, что мы делаем? Что мы делаем? Я, значит, иду в раздел вот сюда «Контакты» и выбираю Юрий, вот он внизу, кликаю на него, и вверху у нас появилось две кнопочки. Это просто позвонить и позвонить в режиме видео. Я нажимаю просто позвонить. Юр, покажи экран, как выглядит. Ну, тут не видно так. А, потому что ярко, да, слишком. Отсвечивает, да, но вот как бы мы слышим друг друга. Алло, слышно меня? Так, а тут громкая связь делается. Вот, внизу есть громкая связь. Скажи что-нибудь. Что-нибудь сказать? А что могу сказать? Ну, в принципе, немножко это понятно. Ну, фонит, потому что тут скайп и все в куче. А вот сейчас, может, фонить не будет. Я через как раз через громкую связь здесь не слышно так. А я микрофон выключил на скайпе, поэтому все слышно. А, все слышно, да. Ну да. Хорошо, ну здравствуйте, дорогие друзья. Мы вот пробуем связь. Access, так что рекомендую, очень хорошая связь. И плюс еще возможность. Есть возможность пользоваться хорошими качественными услугами, потому что сегодня Viber, WhatsApp на данный момент ими пользоваться иногда бывает не очень, по одной простой причине, что они включат. А эта связь очень хорошая, и хороший мессенджер, качественный тем более. Вот, это все новое. Так что я предлагаю вам пользоваться нашей связью. Ну, не нашей, как говорят, но все равно нашей связью, да? Все, спасибо. Да, Юр, давай еще сделаем режим видео. Так, кстати, для режима видео нам нужно включить вот эту кнопочку. Да, вот режим видео есть. Да, и я тоже включаю эту кнопочку, и смотрите, как получается. То есть Юра видит меня, я вижу Юру. В правом верхнем углу мы видим друг друга как абоненты. Кстати, можно тут еще что-нибудь сделать такое? Если мы тыкаем по экрану. Ну, вот я вижу его, кто-то получится у нас. Ну да. Кстати, еще какая-то вспышка тут есть. Это что такое? А, тут можно камеры переключать сразу. То есть я кликнул на экран, и получается, появилось на экране такой значок в левом углу вверху. Если я на него кликаю, то переключаю. Прикольно. То есть вот монитор. Ну, хороший качественный мессенджер, потому что я первый раз встречаю, когда все проходит без проблем вообще. То есть проблем никаких нету абсолютно. И быстро очень можно, ну, можно быстро пользоваться. Ну, так да. Что всем предлагаю скачивать и пользоваться, потому что сейчас иногда очень нужна качественная связь, которая очень сильно необходима, когда нужно поговорить с кем. Ну, еще есть фишка сейчас появится, когда нам за вот это бесплатное общение начнут еще платить вознаграждение. То есть мы звоним друг другу, и получаем какие-то определенные бонусы, которые... Какие-то бабки. Да, то есть это будут деньги.
Самое главное, то, что мы знаем, кто стоит за этой компанией. Юра, а ты включи громкую связь. То есть кликни, просто смотри. Кликни на экран, вот, посмотри в камеру. Я показываю. Кликаешь на экран, а вот тут на звонок. И вот здесь на динамик. И у тебя будет громкая связь. Динамик. Какой динамик? Ну, на сам динамик кликаешь, там два варианта. Нижний приглушить, а верхний громкая связь. А, вот, да, громкая связь есть, да. Ну вот, все нормально. Ну, все отлично тогда. То есть ограничений по продолжительности видео я пока не нашел. Ну вот мы сколько общаемся. Вот я с Юрой общался, там еще с другими общался. С Юрой вот решили записать это видео. В принципе, все работает. Да, ребята, приходите к нам, общаться будем тоже с вами. Да. Это только одна из фишек большой корпорации. Ну все. Фишек много будет. Так что до встречи у нас на канале, до встречи у нас в группе и в наших командах. Да. Все, всем пока, всем удачи, до связи. Всем удачи, до связи, с Новым годом прошедшим. Да.